Дорогие преданные, мы сегодня продолжим читать книгу Кришна. Глава 80, да? Встреча Господа Кришны с Браманом Судамой. После меня тогда Таруни, Байадити, Андасеви, Анатолий, Шакакаруна и Шимати.
Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая, Ом намо Бхагавате Васудевая. Хотя у Брахмана, друга Господа Кришны, была семья, он не копил богатств для роскошной жизни, а довольствовался тем, что послала ему судьба. Это признак человека, обладающего совершенным знанием. Такой человек понимает, что он не может быть счастливым, чем не может быть более счастливым, чем ему предначертано судьбой. В материальном мире каждому предначертано испытать свою долю счастья и страданий. Количество радости и бед, уготованных нам в жизни, уже предопределено, и никому не дано увеличить или уменьшить его. Поэтому Брахман не прилагал усилий к тому, чтобы стать счастливым в материальном мире. Все свое время он использовал для того, чтобы совершенствоваться в сознании Кришны. Казалось, он был очень беден, поскольку не имел дорогой одежды, не мог богато одевать жену. Они часто терпели нужду и не могли досыта поесть. Поэтому оба были очень истощены. Жена Брахмана не заботилась о собственном благополучии, но тревожилась за мужа, ведь он был таким благочестивым брахманом. От слабости она едва держалась на ногах, хотя и не хотелось давать советы мужу. Однажды она все же заговорила с ним. Передаю слово. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогой Махарадж, дорогие преданные. Мой господин, я знаю, что Господь Кришна, супруг богини процветания, твой большой друг. К тому же ты его преданный, а он всегда готов помочь своим преданным. Ты можешь считать, что в твоем сердце нет преданности Господу, но ты целиком верился ему, а Господь – защитник всех предавшихся ему душ. Мне также известно, что Господь Кришна, как никто другой, следует традициям ведической культуры. Он всегда поддерживает брахманическую культуру и благоволит к истинным брахманам. Ты счастливейший из людей, ибо твоим другом стал Верховный Господь Кришна. Он единственное прибежище для таких, как ты, поскольку ты безраздельно предан ему. Ты очень благочестив и учен, и в полной мере владеешь своими чувствами. Поэтому Господь Кришна – твое единственное прибежище. Пойди же к Нему. Я уверена, что Он сразу же поймет, какие лишения тебе приходится терпеть. У тебя семья, и ты бедствуешь, имея денег. И ты бедствуешь, не имея денег. Как только Господь поймет, что ты в большой нужде, Он, конечно же, одарит тебя богатствами, и ты будешь жить в полном достатке. Господь Кришна теперь царь Коджи, Вришни и Адхака, и я слышала, что он никогда не покидает свою столицу, Двараку, а живет там без выезда. Он так добро и великодушен, что не задумываясь отдает все и даже себя самого каждому, кто предался ему. Если он и себя готов отдать своему преданному, ему ничего не стоит одарить преданного материальными благами. Конечно, он не дает больших богатств тому, кто не очень тверд в преданном служении, но, думаю, он знает, как ревностно ты служишь ему. Поэтому он, не колеблясь, дает тебе все, в чем ты нуждаешься. Харе Кришна, передаю слово. Харе Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите мои поклоны. Снова и снова жена Брахмана с великим смирением и покорностью просила мужа пойти к Господу Кришне. Сам Брахман считал, что нет нужды просить у Шри Кришны материальных благ, но не мог не уступить просьбам жены. Кроме того, он думал, если я пойду в Дваруку, то смогу увидеть Господа Кришну. Однако это будет для меня величайшим счастьем, даже если я не попрошу у него никаких материальных даров. Наконец, он все же решился пойти к Кришне и попросил жену дать ему что-нибудь в подарок для Кришны, ведь он не мог прийти к своему другу с пустыми руками. Жена тут же пошла к соседям, собрала 4 пригоршни обмолоченного риса, завязала рис в узелок и дала мужу, чтобы он отнес его к Кришне. Брахман взял подношение и сразу отправился в Двараку. По дороге он все время представлял, как встретиться с Господом Кришной. В сердце своем он думал только о Кришне. Попасть во дворцы царей династии Яду было очень трудно, но брахманов туда пускали беспрепятственно. Когда брахман, друг Господа Кришны, вместе с другими брахманами прибыл в Двараку, ему пришлось пройти через 3 караула и через 3 ворот.
Миновав это, путники увидели 16 тысяч огромных дворцов, в которых жили 16 тысяч цариц Господа Кришны. Когда Браман вошел в один из роскошно украшенных дворцов, он почувствовал, что погружается в океан неземного блаженства. Он как будто скрывался в водах этого океана, а затем поднимался на поверхность. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Господь Кришна в это время сидел на ложе в опочивальне Рукмини. Еще издали он увидел, что к дворцу приближается Браман, и узнал о нем, в нем своего друга. Господь Кришна тотчас же поднялся и пошел навстречу Браману. Подойдя к своему другу, он сердечно обнял его. Господь Кришна, средоточие духовного блаженства, но обнимая бедного Брамана, он сам испытал великую радость, поскольку встретил своего дорогого друга. Господь Кришна усадил Брамана на свое место и сам принес ему угощение, фрукты и напитки, как обычно делают, когда принимают почетного гостя. Господь Кришна своим присутствием очищает весь мир от скверны. Но поскольку он играл роль обычного человека, он тут же омыл Браману стопы и окропил этой водой свою голову, чтобы очистить себя. После этого Господь умастил тело Брамана душистым сандалом, агуру и шафраном. Как принято в таких случаях, он вознес Браману поклонение, воскурил фимиам и поднес ему огонь. Оказав Браману радушный прием, накормив и напоив его, Господь Кришна сказал: «Дорогой друг, я так рад твоему приходу». Браман был очень беден и плохо одет, платье его было ветхим и изорванным, тело истощенным. Он выглядел не очень чистым и был таким худым, что казалось на нем только кожа да кости. Богиня процветания Рукмини Деви сама начала обмахивать его чамары, и другие обитательницы дворца были удивлены тем, с каким радушием и почтительностью Господь Кришна встретил Брамана. Они недоумевали, почему Кришна сам принял этого бедного, неопрятного и плохо одетого Брамана. В то же время они догадывались, что Браман необычный человек. Они решили, что он должен быть совершил много благочестивых деяний. Иначе почему Господь Кришна, супруг богини процветания, оказывает ему столько внимания? Они еще больше удивились, когда увидели, что Браман сидит на ложе Господа Кришны. Передаю слово. Хари Кришна, примите мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Особенно поразило их то, что Господь Кришна обнял гостя так, как обнимал своего старшего брата Баларамаджи. И Господь Кришна никогда не обнимал никого, кроме Рукмини или Баларама. Оказав Браману радушный прием, Кришна усадил его на свое ложе, покрытое подушками, и они, держа друг друга за руки, стали вспоминать свое детство, когда оба жили в Гурукуле, школе духовного наставника. Господь Кришна сказал: «Мой дорогой друг, ты принадлежишь числу браманов, самых разумных людей, тебе известны все религиозные заповеди. Полагаю, что, закончив образование нашего учителя и как следует вознаградив его, ты вернулся домой и нашел себе достойную жену. Я знаю, что с юных лет ты не был привержен к мирской жизни, не стремился к богатству, и поэтому сейчас нуждаешься в деньгах. В этом мире очень редко встречаются люди, которые не жаждут материальных богатств. Они не желают копить богатство, процветать и наслаждаться жизнью, но иногда все же стараются добыть денег, чтобы показать другим, как должны жить же семейные люди. Они показывают, как разумно распоряжаясь деньгами, можно стать образцовым семьянином и вместе с тем быть великим преданным. Считай, что такие люди во всем следуют моему примеру. Надеюсь, дорогой друг, ты помнишь наши школьные дни, когда мы вместе жили в Гурукуле. Ведь все эти знания, которые мы приобрели в жизни, мы получили в годы учения. Передаю слово. Спасибо большое. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Преданные мои поклоны. Тот, кто прошел подготовку у истинного духовного учителя, сможет в будущем достичь цели человеческой жизни. Он легко пересечет океан неведения и не поддастся влиянию иллюзорной энергии. Дорогой друг, наш первый учитель
это Отец, по милости которого мы получили тело. Поэтому Отец по праву считается нашим духовным наставником. Наш следующий духовный наставник – тот, кто посвящает нас в тайны духовного знания. И его следует почитать как Бога. У человека может быть несколько духовных учителей. Духовного учителя, который наставляет человека в духовной науке, называют шикша-гуру. А духовного учителя, который дает ученику духовное посвящение, именуют дикша-гуру. Оба они – мои представители. У человека может быть много духовных учителей, дающих наставления, но давать духовное посвящение может только один. Если человек извлек пользу из наставлений духовных учителей, получил с их помощью необходимые знания и сумел пересечь океан материального бытия, значит, он достиг цели человеческой жизни. Он по опыту знает, что высшее предназначение жизни исполнить которое можно только в теле человека, заключается в том, чтобы достичь духовного совершенства и таким образом вернуться к Богу. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мне поклоны. Дорогой друг, я параматма, сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, и согласно моей воле человеческое общество должно быть разделено на 4 варны, 4 ашрама. Как я уже говорил в Бхагавад-гите, принадлежность человека к определенной варне зависит от его качеств и рода занятий. Кроме того, в жизни каждого должно быть 4 этапа. На первом этапе нужно прилежно учиться под руководством духовного учителя, получать необходимые знания и хранить обет целомудрия, брахмачарью, чтобы можно было целиком отдавать себя служению духовному учителю и воздерживаться от чувственных удовольствий. Брахмачари должен вести жизнь, посвященную аскезе. Семьянин может позволять себе чувственные удовольствия, придерживаясь установленных ограничений. Но на третьем этапе жизни человек не должен оставаться в семье. Он должен вернуться к аскезе, которую совершал, когда был брахмачари, и так освободиться от привязанности к семейной жизни. Тогда он может стать саньяси. Передаю слово. Так, у нас еще не читали Арина, потом Ишани Прия, потом Падма Малини и Радханама. Хари Кришна, дорогой Махарадж, Хари Кришна, дорогие преданные. Будучи сверхдушой всех живых существ, я пребываю в сердце каждого и наблюдаю за его делами и поступками на каждом этапе его жизни. Независимо от того, на каком этапе находится человек, если я вижу, что он серьезно и искренне исполняет долг, предназначенный ему духовным наставником, и посвящает свою жизнь служению ему, такой человек становится мне особенно дорог. Если человек может оставаться брахмачари и служить духовному учителю, это очень хорошо. Но если брахмачари начинает испытывать половое влечение, он должен покинуть своего наставника, отблагодарив его так, как тот пожелает. Согласно ведам, дар, преподносимый духовному учителю, называют гуру-дакшиной. Покинув духовного наставника, ученик должен жениться по религиозному обряду и стать семьянином. Наставления, которые Господь Кришна дал своему другу, ученому Браману, могут служить руководством для всего человеческого общества. Общество людей, неразделенное на варны и ашрамы, не что иное, как общество вылощенных животных. По законам человеческого общества половая жизнь вне брака совершенно недопустима как для мужчин, так и для женщин. Мужчина должен или строго следовать обету целомудрия, или жениться, получив разрешение духовного наставника. Половая жизнь вне брака – это животная жизнь, ибо у животных нет института брака. Спасибо большое. Хари Кришна, мои поклоны принеси. Нынешние люди не стремятся исполнить предназначение человеческой жизни, вернуться домой к Богу. Для того, чтобы достигнуть этой цели, необходимо установить в человеческом обществе систему варн и ашрамов,
Когда люди сознательно и неуклонно следуют принципам Варнашрама, они могут достичь высшей цели жизни. Но когда этим принципам следуют лишь формально, без должного руководства, в обществе нарушается порядок, и там уже не может быть ни мира, ни процветания. Кришна продолжал беседовать со своим другом Браманом. «Дорогой друг, думаю, что ты не забыл дни нашего ученичества. Помнишь, как однажды жена нашего гуру послала нас в лес за хворостом? Собирая сухие ветки, мы зашли глубоко в лес и заблудились. Неожиданно началась сильная буря. В небе собрались тучи, вспыхнула молния и загрохотал гром. Вскоре солнце село, и мы оказались в полном мраке. Тут пошел проливной дождь, земля покрылась водой, и мы уже не могли найти дорогу в ашрам нашего гуру. Помнишь, каким сильным и ужасным был этот ливень? Ветер пронизывал нас насквозь, дождь хлестал в лицо, и куда бы мы ни пошли, мы все больше и больше сбивались с пути. В отчаянии, взявшись за руки, мы старались выбраться из леса. Так прошла ночь. Рано утром, когда наш Гурудев увидел, что мы не вернулись, он послал других учеников искать нас и сам пошел вместе с ними. Наконец они нашли нас, совершенно измученных и в чаще леса. Передаю слово. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. С великим состраданием, глядя на нас, Гурудев сказал: «Бедные дети, удивительно, какие муки вы перенесли ради меня. Каждый прежде всего заботится о себе и собственном теле, но вы так верны и преданы своему гуру, что ради меня преодолели столько трудностей. Я рад убедиться в том, что такие замечательные ученики, как вы, готовы перенести любые испытания ради своего духовного наставника. Именно так настоящий ученик отдает духовному учителю свой долг. Долг ученика – посвятить свою жизнь служению духовному учителю. Лучший из дважды рожденных, я очень доволен вашим поступком и хочу благословить вас. Пусть исполнятся все ваши желания и мечты. Пусть смысл ведического знания, которое вы получили от меня, никогда не будет утрачен для вас, чтобы вы в любое время могли вспомнить наставления вед и без труда пересказать их. Таким образом, вы никогда не узнаете разочарования ни в этой жизни, ни в следующей. Дорогой друг, — продолжал Кришна, — с нами произошло немало подобных случаев, пока мы жили в ашраме духовного наставника. Мы оба знаем, что без благословения духовного учителя нельзя стать счастливым. По милости гуру и с его благословения — можно обрести мир и процветание и достичь цели человеческой жизни. Благодарю. Передаю слово. Выслушав Кришну, ученый Браман ответил: «О Кришна, ты Верховный Господь и Духовный Наставник всех живущих. Мне выпало счастье жить с тобой в доме нашего гуру, поэтому я думаю, что мне уже не нужно выполнять ведическое предписание. О Господь, ведические гимны и обряды, благочестивые деяния и все, что необходимо человеку для того, чтобы достичь совершенства, в том числе и для того, чтобы преуспеть в жизни, удовлетворить потребности чувств и получить освобождение, все исходит только от Тебя. О Верховная Личность, все пути и методы духовного самопознания в конечном счете предназначены для того, чтобы постичь Твою Личность. Иными словами, все они суть различные части твоего божественного тела. И все же ты, играя роль ученика, жил вместе с нами в доме гуру. Это значит, что все эти игры ты совершал только для своего божественного удовольствия, иначе тебе незачем было играть роль обычного человека». На этом в изложении Бхактивиданты заканчивается 80-я глава книги Кришна «Источник вечной радости» под названием «Встреча Господа Кришны с Браманом Судамой». Спасибо, дорогие преданные. Хари Кришна. Простите, забыла поприветствовать всех. Глава 81. Господь Кришна благословляет Брамана Судаму. Господь Кришна, Верховная Личность Бога и Сверхдуша всех живущих, знает сердце каждого. Он особенно благоволит преданным ему браманам.
Господа Кришну также называют Брахманья-дева, тот, кому поклоняются браманы. Из этого следует, что преданный, который целиком верился Верховной Личности Бога, уже обрел статус брамана. Не став браманом, нельзя приблизиться к Верховному Браману Господу Кришне. Господь особенно заботится о том, чтобы избавить своих преданных от невзгод. Он единственное прибежище для всех чистых преданных. Передаю слово. Господь Кришна долго беседовал с Судама Випрой об их прошлой дружбе. Потом, чтобы сделать общение со старым другом еще более приятным, Господь Кришна улыбнулся и спросил: «Дорогой друг, что ты принес мне? Может быть, твоя жена передала для меня что-нибудь вкусное?» Спрашивая об этом, Господь Кришна улыбался и смотрел на своего друга с большой любовью. «Дорогой друг», — продолжал он, — «ты, должно быть, принес мне из дома какой-нибудь подарок?» Господь Кришна знал, что Судама не осмеливается поднести ему жалкие горстки риса, совсем не подобающие для него. Понимая чувства Судамы Випры, Господь сказал: «Дорогой друг, я, конечно, ни в чем не нуждаюсь, но если мой преданный подносит мне в знак любви даже что-нибудь незначительное, я с большой радостью принимаю его дар. Однако я ничего не приму от непреданного, каким бы ценным и дорогим ни был его подарок. Я принимаю только что мне дарит, только то, что мне дарит с любовью и преданностью. Иначе я не возьму даже самого дорогого дара. Чистый преданный может преподнести мне что-нибудь совсем незначащее, цветок, листок или немного воды, но его дары всегда пронизаны любовью и преданностью. Я не только с радостью принимаю такие подношения, но и с удовольствием съедаю их». Хари Кришна, передаю слово. Господь Кришна уверял Судаму Випру, что будет очень рад принять рис, который тот принес из дому, но охваченный робостью Судама Випра не решался отдать его Господу. Он подумал: как я могу поднести Господу Кришне такой ничтожный дар, и опустил голову. Господь Кришна сверхдуша, и он знает обо всем, что происходит в сердце каждого. Ему известно устремление и нужды всех. Он знал, почему Судама Випра пришел к нему. Он знал, что Судама задавленный нуждой и отправился к нему, поддавшись уговорам жены. Помня о том, что Судама еще со школьных лет был его близким другом, Кришна знал, что любовь брамана к нему не сквернена желанием материальной выгоды. Кришна подумал: Судама пришел сюда не для того, чтобы просить меня о чем-либо. Его жена настаивала на этом, и чтобы угодить ей, он пришел ко мне. Поэтому Господь Кришна решил одарить Судаму Випру богатствами, которые не снились даже Царю Небес. Тут он заметил узелок с рисом, спрятанный под накидкой, которая покрывала плечи бедного брамана. Схватив его, Кришна воскликнул: «Что это? Мой дорогой друг, ты принес мне чудесный дробленый рис?» Чтобы ободрить Судаму Випру, Кришна добавил: «Думаю, этого риса хватит для того, чтобы накормить не только меня, но весь мир». Из слов Кришны явствует, что он, будучи источником всего сущего, дает начало мирозданию. Поливая корни дерева, мы питаем водой его ветви и листья. Точно так же любое подношение Кришне, любой поступок, совершенный ради него, несет величайшее благо всем, ибо плоды таких деяний распространяются по всему миру. Любовь к Кришне передается всем живым существам. Передаю слово. Разговаривая с Судамой Випрой, Кришна съел пригоршню хлопьев риса из его узелка, а когда захотел съесть вторую пригоршню, Рукмини Деви, богиня процветания, удержала его. Взяв Кришну за руку, Рукмини сказала: «О Господь, этой горстки рисовых хлопьев достаточно, чтобы тот, кто поднес ее, разбогател в этой жизни и остался богатым в следующей. Ты так добр к своим преданным, что даже горстки рисовых хлопьев хватит для того, чтобы доставить тебе огромное удовольствие. Преданный, который сумел угодить тебе, будет процветать и в этой жизни, и в следующей. Это значит, что когда угощение предложено Господу Кришне с любовью и преданностью, он с радостью принимает его, а Рукмини Деви, богиня процветания, чувствует себя настолько обязанной преданному, что сама приходит в его дом и превращает его в самый богатый дом в мире. Если кто-то угощает Нараяну вкусными яствами, Лакшми, богиня процветания, становится гостьей в доме этого человека, и вместе с ней в дом приходит богатство. Ученый браман Судама провел ночь во дворце Господа Кришны, чувствовал себя как на Вайкунтхе. Он и был на Вайкунтхе, ибо то место, где живет Господь Кришна, источник Нараяны и богиня процветания Рукмини Деви,
не отлично от духовных планет Вайкунтха-лок. Передаю слово. Ученый Браман Судама как будто не получил ничего значительного от Господа Кришны, пока находился в его дворце, но он и не просил ничего у Господа. На следующее утро он отправился домой. По дороге он все время вспоминал о том, как радушием принял, с каким радушием принял его Кришна. И эти мысли приносили ему ни с чем не сравнимое духовное блаженство. Он, не переставая, думал о том, как обходителен Господь Кришна, и был счастлив, что повидал Господа. Браман думал, какая радость встретиться с Господом Кришной, который так предан браманам и так почитает браманическую культуру. Он сам верховный браман, и тем не менее он всегда чтит браманов. Он так благоволит к браманам, что прижал к своей груди такого бедняка брамана, как я, хоть он не обнимает никого, кроме богини процветания. Какое может быть сравнение между мной, бедным грешным браманом, и верховным Господом Кришной, единственным прибежищем богини процветания? Тем не менее, знаю, что я браман. Он сердечно обнял меня своими божественными руками. Господь Кришна был так добр ко мне, что позволил мне сидеть на ложе богини процветания. Он отнесся ко мне, как к родному брату. Как могу я оценить, сколь обязан ему? Когда меня одолела усталость, богиня процветания Шримати Рукмини Деви своей рукой стала обмахивать меня пахалом, забыв о своем высоком положении, первой царице Господа Кришны. Верховный Господь служил мне, потому что он высоко чтит браманов. Он растирал мне ноги и кормил меня из своих рук. Можно сказать, что он поклонялся мне. Все обитатели Вселенной поклоняются лотосоподобным стопам Господа Кришны, чтобы вознестись на райские планеты, получить освобождение, обрести всевозможные материальные блага или достичь совершенства в мистической йоге. Однако Господь был так добр ко мне, что не дал мне ни гроша. Он знал, что я беден, и, получив деньги, могу возгордиться, и тогда, опьяненный материальным богатством, я забуду его. Передаю слово. Брахман Судама был прав. Обычно человек, который очень беден, молит Господа о достатке. Но стоит ему немного разбогатеть, и он тут же забывает, скольким обязан Господу. Поэтому Господь не дарует богатство преданному, пока как следует не испытает его. Если преданный, неофит, искренне служит Господу и в то же время жаждет материальных благ, Господь не дает их ему. Размышляя таким образом, ученый Брахман наконец добрался до дома и был поражен тем, как чудесно все там переменилось. Вместо своей хижины он увидел великолепные дворцы из драгоценных камней, сияющих как солнце, луна или отблески огня. Между дворцами были разбиты прекрасные парки, где гуляли нарядно одетые женщины и мужчины. В парках было много озер, покрытых лотосами и лилиями. Всюду летали стаи птиц с ярким разноцветным оперением. Увидев эти чудесные перемены, Брахман подумал: неужели все это происходит наяву? Мой это дом или чей-то другой? Если это мой дом, как случилось, что он так удивительно переменился? Передаю слово. Тем временем, чтобы поприветствовать Судаму, к нему в сопровождении музыкантов подошли несколько мужчин и женщин, прекрасных, как полубоги. Все они мелодично пели. Жена Брахмана была очень счастлива, услышав о возвращении мужа, и поспешила к нему из дворца. Она была так красива, что казалось, будто сама богиня процветания вышла навстречу. Когда она увидела мужа, из ее глаз полились слезы радости. К горлу подступил комок, и она не могла выговорить ни слова. От охватившего ее восторга она только закрыла глаза.
переполняемая любовью и нежностью, жена Брахмана низко склонилась перед мужем и мысленно обняла его. На ней было золотое ожерелье и много других украшений. Окруженная служанками, она была похожа на жену полубога, только что сошедшую с воздушного корабля. Пораженный красотой жены, довольный Брахман, не говоря ни слова, вступил вместе с ней во дворец. Передаю слово. Когда Брахман вошел в свой дом, превратившийся в чудесный дворец, то увидел, что он похож на обитель Царя Небес. Во дворце было множество колонн, усыпанных самоцветами. Кровати из слоновой кости были отделаны золотом и украшены драгоценными камнями. Постельное белье было белым, как молочная пена, и мягким, как лепестки лотоса. На стенах висели многочисленные опахала с золотыми шнурами. Повсюду стояли золотые троны с мягкими, как лотосы, подушками. Во дворцовых покоях висели бархатные шелковые балдахины, украшенные нитями жемчуга. Полы во дворце были сделаны из первосортного прозрачного мрамора и инкрустированы изумрудами. Обитательницы дворца держали в руках светильники из драгоценных камней. Их свет и блеск камней создавали чудесное сияние. Увидев все эти богатства и не понимая причины столь неожиданной перемены, Брахман серьезно задумался над тем, что произошло. «С самого рождения, — размышлял он, — я жил в бедности. Откуда же появилось это богатство? Я не вижу другой причины, кроме всемилостившего взгляда Господа Кришну, моего друга и главы династии Яду. Несомненно, всем этим меня одарил Господь Кришна, и его Господь Кришна в его неизъяснимой милости. Господь самодостаточен, он супруг богини процветания и всегда в полной мере обладает всеми шестью достояниями. Он знает помыслы своих преданных и щедро дарит им то, чего они желают. Таковы деяния моего друга, Господа Кришны. Мой прекрасный, темноликий друг Кришна, щедрее тучи, которая льет воду в океан. Чтобы не тревожить земледельца в дневное время, туча ночью приносит ему обильный дождь. И все же, когда земледелец утром просыпается, он думает, что дождя выпало слишком мало. Точно так же Господь Кришна исполняет желания каждого в соответствии с его положением. Но человек, не обладающий сознанием Кришны, всегда думает, что Господь дал ему меньше, чем он хотел получить. Когда же преданный с любовью подносит Господу даже что-нибудь незначительное, Господь считает это дорогим и великим даром. Все произошедшее со мной замечательный тому пример. Я дал Господу лишь горстку дробленого риса, а Он в ответ наградил меня богатствами, которые превосходят богатство Царя Небес. Спасибо. Так, Вриндакунда и Шани Прин. Хари Кришна, дорогой Махараджа, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Спасибо большое. В сущности, Господь, будучи самодостаточным, не нуждается в том, что дает ему преданный. Когда преданный предлагает что-нибудь Господу, он делает это для своей же пользы, ибо его дар возвращается к нему, многократно умноженный. Там не успела почитать. Отдавая что-либо Господу, мы ничего не теряем, но приобретаем в миллион раз больше. Чувствуя огромную благодарность Кришне, Брахман подумал: «Я молю о том, чтобы Господь навсегда остался моим другом, о том, что я мог безраздельно предаться Господу и жизнь за жизнью служить Ему с любовью и преданностью. Мне не нужно никакого богатства. Единственное, что я хочу – никогда не забывать о служении Господу и оставаться в общении Его чистых преданных. Пусть все мои мысли и деяния будут посвящены служению Господу. Нерожденный Верховный Господь Кришна знает, как часто великие люди опьяненные чрезмерным богатством, лишались всех своих достояний. Поэтому даже когда преданный просит у Господа материальных благ, Господь нередко отказывает ему. Он очень осторожен, когда дело касается его преданных. Если преданный еще не стал достаточно зрелым, он
разбогатев, может поддаться соблазну материального мира и прекратить служение. Поэтому Господь не дает ему богатства. Это еще одно проявление неизъяснимой милости Господа к своим преданным. Для Господа самое главное, чтобы человек не сошел с пути преданного служения. Он поступает в точности, как отец, желающий добра сыну. Пока сын недостаточно зрел, отец не дает сыну богатства. Но когда сын становится взрослым и понимает, как нужно расходовать деньги, отец предоставляет в его распоряжении все, чем владеет. Спасибо большое. Поэтому ученый Браман решил, что богатство, которое он получил от Господа, нужно использовать не для того, чтобы удовлетворять потребности своих чувств, а для того, чтобы служить Господу. Брахман принял дарованное ему богатство, но сделал это в духе отречения, по-прежнему не желая наслаждаться ничем материальным. Он мирно жил со своей женой, пользуясь полученными благами, как милость Господа. Он предлагал Господу всевозможные яства, а затем вкушал их, как просад. Точно так же, если по милости Господа мы обрели материальные блага, богатство, славу, могущество, ученость или красоту, мы должны считать их дарами Господа и использовать для того, чтобы служить Ему, а не для того, чтобы удовлетворять потребности наших чувств. Ученый Брахман всегда поступал таким образом, поэтому его любовь и привязанность к Господу Кришне с каждым днем становилась сильнее. Они не уменьшались из-за того, что он обладал огромным богатством. Материальные богатства могут либо погубить человека, либо возвысить его. Все зависит от того, для чего он их использует. Чтобы наслаждаться жизнью или служить Господу. Передаю слово. Из рассказа о встрече Господа Кришны с Судамой Випрой явствует, что Верховный Господь всегда благоволит к тому, кто обладает истинно брахманическими качествами. Истинный брахман, подобный Судаме Випре, непоколебимо предан Господу Кришне. Поэтому в Писаниях сказано «брахмана вайшнавах», то есть брахман – это вайшнав. Иногда говорят «брахманах пандитах». Пандитом называют того, кто очень учен. Брахман не может быть глупцом или невеждой. Поэтому существует два типа брахманов – вайшнавы и пандиты. Брахманы, обладающие одной только ученостью – это пандиты. Такие брахманы еще не стали преданными Господа или вайшнавами. Господь Кришна не очень благоволит к ним. Быть ученым брахманом еще недостаточно для того, чтобы заслужить благосклонность Верховной Личности Бога. Брахман должен не только обладать качествами, перечисленными в священных писаниях Шримад Бхагавадгите, Шримад Бхагаватам, но и быть преданным Господу Кришне. Судама Випра – замечательный пример такого брахмана. Он был истинным брахманом, который не стремится к материальным удовольствиям, и в то же время он был великим преданным Господа. Господь Кришна, наслаждающийся плодами всех жертвоприношений и аскетических подвигов, очень любит брахманов, подобных Судаме Випре. Об этом можно судить по тому, как Господь Кришна вел себя с ним. Таким образом, достичь совершенства значит стать брахманом вайшнавом, каким был Судама Випра. Благодарю. Передаю слово. Все, да, у нас почитали? Хорошо. На этом тогда остановимся. Сразу хотел спросить насчет завтрашнего. Удобнее всего будет 12 завтра. Это возможно в 12 или? Да, Махарадж, 12 часов я смогу. Я смогу. Хорошо. Тогда завтра в 12, кто может, подключайтесь. Теперь Карпура Манджари. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны, ваше святейшество. Дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны. Мне вот запомнилось, что обитательницы дворца, когда увидели, что Господь Кришна обнимает нищего Судаму Випру, они удивились, ну, немного удивились. Мне вот непонятно, что они очень просвещенные женщины.
удивляются этому. Ну, они же вроде понимают, что браманы, они не всегда бывают богатыми, мягко говоря. И то, что Господь Кришна, дальше запомнить то, что Господь Кришна, он пересказал всю науку преданного служения. И что положение браманов тоже рассказал. И положение, и объяснил, что такое духовный учитель, какую роль он занимает, и что он является, он говорит, что он является моим представителем. То есть он говорит, что он сам Господь, но он живет в Двараке. Естественно, у него он не скрывает, что он Господь, в отличие от Вриндавана. Он говорит, мой духовный учитель, мой представитель. Мне это запомнилось. Спасибо большое. Спасибо. Анатолий. Хари Кришна, примите мои поклоны, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные. Мне вообще на самом деле очень отзывается, насколько Господь Кришна милостивый. То есть он настолько добр к нам, что придумал вот эти все возможности и способы достижения его варнашрама, систему, что дает возможность всем людям достичь Кришны и вне зависимости от того, есть ли материальные желания или нету, то есть можно и исполнить свои желания, да, в каких-то чувственных наслаждениях или там какие-то материальных в прихаска, да, ашрами, и стремясь к совершенству, в итоге прийти к тому, что, ну, отречься вот от этих всех земных наслаждений, испытав, да, и все-таки прийти к Кришне, очиститься. Мне вот это вот очень отвлекается, насколько Господь Кришна любит своих преданных, и насколько важно вот это вот общение, отношение реально к преданным, что они реально истинные представители Господа, и вот это его проявление любви. На самом деле, он, Бог мог быть каким угодно, да, он мог там издеваться, там, или истязать, он, или там, все что угодно, короче, мог делать. Наш Кришна такой милостивый, и нам так повезло, что он дает нам возможность вот этой любви к нему и проявлять эту любовь. И в самом деле вот это вот это тоже интересный момент про то, что он дает возможность, да, людям, вот даже браману, вот, что богатство, вроде бы как бы он не стремился к богатству, но так здорово, что браман все-таки прислушивается к своей женщине, да, и вот, что он несет за нее ответственность и дает ей возможность тоже вот выражаться, то есть он ей не приказывает, он ей к ней прислушивается. Вообще такое отношение здоровское тоже к женщине и все такое. Мне вот понравилось, тоже вчера выходил на санкиртану, и слушал я до этого, вдохновлялся лекциями и наткнулся на старую лекцию, где выдавали лекцию в пандемию в 2022 году, трехчасовая. И в конце лекции такая вдохновленная Матаджи так про санкиртану рассказывала. Это просто что-то с чем-то. И я так вдохновился, и после работы вышел, мне так почувствовал, знаете, вот этот вкус, как будто она немножечко зажгла вот этот огонь внутри меня. И вот эти глаза, которыми я смотрел, знаете, я вот так смотрю, наверное, на любимых людей или какие-то любимые там вещи, они такие там призакрытые, такие, знаете, блестящие чувствуются глаза. И я иду, и мне навстречу попадается пара, они стоят напротив меня на светофоре. И я такой смотрю на них, ну, Кришна, ну, подай знак, дать им книгу, не дать. И просто на красный свет этот молодой человек
начинает идти прямо на меня. Вокруг машин нету, и он прямо на меня идет. Сзади оставил девушку свою. И у него видно, что у него такой растерянный взгляд. Типа, а что я вообще делаю? Я такой, вы за книгой? Он такой, я говорю, за книгой. Эта книга специально для вас. Он берет ее в руки и говорит, я вообще не читаю, говорит. Я говорю, самое время, чтобы начать читать. И там нектар наставлений. Я говорю, это не просто книга, не просто чтение. Это, говорю, нектар. И вот Томата же с такой любовью говорила, что чуть-чуть мне удалось вот копировать, что ли, и передать вот этот ее вкус. И этот молодой человек так загорелся, прям вообще. Такой, да, я почитаю. У меня, говорит, нет денег. Я говорю, я вам подарю, только пообещайте, что почитаете. Да, пообещаю. И я увидел в его взгляде растерянность, как будто Кришна его такой подтолкнул, мол, иди, говорит. А куда, что идти? Он так и не понял, зачем он пошел. Но если его девушка так говорит, типа, что делаешь? Он такой, и дальше пошел. Вот, и так здорово. У меня было немного книг. Что-то всего лишь 5 штук. У меня книги закончились сегодня. Пойду к Виджай Чандри Прабу снова затариваться. Вот. И последняя книга, которая у меня осталась, я подхожу к молодежи, как в прошлый раз, говорю, ребята, кому книга? И они такие, вроде бы никому не надо, снова, мне. И я говорю, классно, вот тебе книга. Ну, вот там было Ишопанишат. Я говорю, может, пожертвуете? Он такой, ну, у меня денег нету, ну, 10 рублей есть. Хватит? Я говорю, ну, если вы считаете, что это знание стоит 10 рублей, пусть будет по-вашему. И он такой засомневался, на друзей смотрит. Я говорю, смотрите, здесь картинки, говорю, есть классные. Говорю, здесь про реинкарнацию. Здесь просто столько собрано, говорю. И вот мудрец так передает знания, говорю, он прямо прожил их вам просто. Разжевал, он только просто увидеть их, они в вас внутрь впитаются. И эта молодежь просто начала скидываться на эту книгу. Он кто сколько может, каждый внес свою лепту. И пожертвовали на книгу, я их поблагодарил. И понял, что нужно брать с собой больше книг. 5 книгами уже не отделаться, надо хотя бы 10-20 книг брать. Потому что людям очень нужны знания, даже в позднее время. Спасибо вам большое, что послушали. Спасибо большое за наставление. Примите мои поклоны, Гуру Махарадж. Хари Кришна. Спасибо. Таруни. Хари Кришна. Мои поклоны. Из прочитанного я сегодня остро запомнила и поняла на примере описания, как ученики, служа духовному учителю, остались в лесу в дождливую грозовую ночь. Когда была гроза и молния, они испытывали очень сильные аскезы, страх и сильные аскезы. Но потом их духовный учитель объяснил им, что выполняя служение духовному учителю, что мы должны выполнять служение духовному учителю, это во-первых, да? Вот, но, и если мы при этом испытываем аскезы, то это служение ценно для учителя, и тем самым мы отдаем долг духовному учителю. И этот вот пример, да, я вот на свое служение, ну, на себя переложила, да, иногда бывает трудно там регулярно делать служение как духовному учителю, или постоянно, и быть погруженным в это служение. Но слова о том, что своим служением и аскезой мы отдаем долг духовному учителю, вот меня сегодня вдохновили. А мы перед духовным учителем, у нас, нам всю жизнь можно отдавать этот долг. И вот этот пример, эти слова меня сегодня вдохновили. Хари Кришна. Хари Кришна. Спасибо всем. Шакаруна. Хари Кришна, дорогой Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны. Да, такой вот удивительный про Судаму, Брамана, поучительный такой. Вот, и ну, Кришна так даже проявился сегодня.
жизнь, вот мне запомнилось, что жизнь того, кто прошел подготовку у истинного духовного учителя, он, ну, она увенчается успехом. И вот когда мы, ну, когда я начала читать, поприветствовала, что-то как-то невнимательно такая, говорю, Гуру Махарадж, мои поклоны, да, и такая зависла, думаю, ну, как бы Махараджа положено говорить, что, как бы говорю, думаю, ладно, читай, потом, думаю, надо извиниться, наверное, а после думаю, ну, в эту секунду моего зависона, я такая говорю, думаю, ну, все равно же Махарадж считается гуру, потому что, ну, он наставник, вот, и как раз Кришна так проявился, и дальше читаю, что духовных учителей может быть много, что первый духовный учитель — это отец, который дает нам тело, и что мы должны быть благодарны, вот, и потом читаю, что вот как раз, ну, Кришна, ну, Шрила Прабхупада рассказывает более подробно, что все нормально, что там, в принципе, затупило, но все равно это не такая ошибка. Вот просто, видимо, да, положено, ну, называть Гуру Махараджа тот, кто инициирует, да, а, ну, все равно можно, в принципе, называть ну, Гуру Махарадж тех, кто Шикшу Гуру, да, Махарадж. Вот. И вот, ну, как бы тут такое объяснение, думаю, Кришна, как же ты проявляешься так сразу, вот, сразу объясняет, даже вроде как бы ты что-то, ну, немножко невнимательно, может, сказал, вот, но Кришна сразу же объяснил, вот, прям проявился. Вот, и вот еще, конечно, очень запомнилось тоже, что, что Кришна, он щедрее тучи, Шрила Прабхупада описывает, что вот Кришна, он может дать много лакшми, а может не дать, если, если, ну, как бы, преданному это не пойдет на благо, что если он как, ну, как ведет себя как отец, если ребенок, он еще недостаточно осознан, да, крепко стоит на ногах, то, ну, он поступает как бы, ну, Кришна, он не дает богатства, чтобы, ну, пока он не зрелый, а когда он созреет, он может дать все богатство мира, чтобы задействовать в служении Кришне. Вот, поэтому Кришна, он разумно смотрит, кому как дать, как не дать, вот, тоже. И вот, что вот щедрее тучи было, ну, Шрила Прабхупада написал, что, что туча, она льет дождь, чтобы, ну, вырастали плоды, все вот это, и что вот, ну, как раз она льет дожди, причем что ночью, во время, ну, в ночное время суток, чтобы не тревожить землевладельцев, что именно ночью, вот настолько Кришна, он, ну, вот как бы щедрее тучи, что вот он еще и не хочет никого тревожить, что он еще такой вот, ну, внимательный настолько, и просто когда вот читаешь такие моменты, так для себя выделяешь, думаешь, ого, какой Кришна. Вот, вдохновляются эти качества, вот, ну, и тоже, если есть время, могу немножко санкиртана истории рассказать, тоже вот, и вот встретился мужчина, он шел такой важный, с сигаретой, с сигарой, вернее, такое, типа, курил, и говорю, о, здравствуйте, говорю, какой, говорю, человек хороший, я говорю, читаете или только сигары курите? Так, он такой говорит, читаю тоже. Я говорю, а что любите? Он такой, я люблю философию, социологию, психологию. Я говорю, о, говорю, ну тогда у меня для вас есть хорошая книга. Достаем Бхагавад-гиту. Я говорю, слышали, ну, видели эту книгу Бхагавад-гиту, наверное? Это, говорю, самая мощная философия. Философия жизни, счастливой жизни. Вот, он такой говорит, нет, никогда не видел, не слышал. Говорю, о, ну тогда вам точно надо ее прочитать, это самое мощное, что я читала в своей жизни. Вот, и читаю, и перечитываю. Он такой, о, ну давай, говорю, вот мы пожертвования собираем, можете что-то пожертвовать. Ну, это, говорю, немного, там 100, 200, 500, говорю, чем больше, тем лучше. Такая фраза у преданных, вот, для богатых людей обычно тоже ее использую. Ну, видно, что он такой солидный был.
И он такой говорит, ну хорошо, такой сразу достал 500 рублей, без разговоров взял. Я говорю, вот у нас еще книжки есть, если хотите, можете посмотреть. Нет, говорит, ни одной вот этой хватит. Я говорю, ну спасибо, говорю, читайте. Вот. Потом еще запомнилось, две женщины шли, они мусульманки. Я им предложила, говорю, книги, они такие, говорят, ой, ну мы же свои мусульманские читаем, говорю, классно, говорю, ну тут, говорю, про Кришну, говорю, у вас же дети есть? Она такая говорит, да. Я говорю, ну им очень интересно, у меня еще для вас есть мультика, как раз преданные дали, говорит, ну распространи там диски, вот, мультик Кришна, там два диска. Я говорю, ну ладно, давай. Я говорю, как раз Кришнабуку буду предлагать. Я говорю, вот тут мультик есть. Я говорю, сколько детям? Говорит, ну, 7-8 уже. О, говорю, чтобы у них желание читать развилось, пусть сначала мультик посмотрят, а после будут читать, потому что, ну, мультик очень классный, деткам очень нравится. Она такая, ну, я вам не могу отказать, это правда, пусть смотрят, читают. В общем, взяла там, пожертвовала. Вот так тоже мило было. Вот, потом еще запомнилось, вот у меня оставалась последняя книга «Наука самосознания», и, ну, я подошла, девушка такая прям, ну, благостная стояла, хорошая, предложила ей книги, спросила, что она читает, она как раз говорит, психологию любит, и говорю, ну, вот это самое мощное, психология третьего тысячелетия, знание о душе, знание о Боге, взаимоотношения с Богом, это самое высшее, что, ну, психология, взаимоотношения с Богом. Она такая, ой, да, говорит, интересно, у меня мама как раз там Рериха там изучает, там все такое, я говорю, о, ну, ей, говорит, это будет интересно, я, говорит, сейчас у меня вообще мало времени, говорит, ну, вот маме возьму. Вот, мы там еще с ней немножко поговорили, такая интересная девушка, вот, ну вот, мама ее начала приучать читать всякие такие книги уже с 14 лет, она говорит, я раньше читала, что-то не особо понимала, сейчас вот, говорит, ну вот, понимаю, что вот мама вот, ну, прям мне привила чтение, вот, ну, в общем, пригласила ее с мамой на программу еще, говорю, приходите, вот, контакт свой дала, в общем, тоже таки Кришна все устраивает. Щедрее тучи. Хари Кришна. Дорогой Махарадж, преданные поклоны. Раданам. Хари Кришна, дорогие бедные. Мне очень понравилось описание, что Господь Кришна, он жил в ашраме своего духовного учителя. Хоть он в этом и не нуждался, но это как лила. И у меня был такой тоже опыт потрясающий. Быть на польском туре со своим духовным учителем, вместе жить несколько лет. Вот, вместе служить. Это, в общем, как бы удивительное такое. Ну, я вкратце, потому что за рулем отвлекаюсь. Вот, мне запомнилось просто. Да, это особая милость, когда мы можем служить в обществе духовного учителя. Не так часто выпадает такая возможность, поэтому нужно обязательно использовать, да, если появляется такая возможность. Хорошо. Завтра у нас среда, значит, 12 часов. Кто сможет, подключайтесь. Грандарачи Мадбхагаватам Тиджай, Шрупад Тиджай, вся слава собравшимся преданным. Харе Кришна.